Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Беловива», который располагается в Киеве на бульваре Перова. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляется горный велосипед от американской торговой марки Cannondale. Модель называется Trail 7, Trail 7. Данный велосипед имеет алюминиевую раму, размер колеса 29 дюймов, цвет черный, покрышки 29 на 2,25. Ну, при более детальном описании хочется сказать, что покрышки имеют ярко выраженный грубый протектор. Это помогает устойчиво ехать по пересеченной местности. Мягкая резина также будет комфортно себя вести и по асфальту. По асфальту на таких велосипедах тоже многие любят ездить. Велосипед имеет тормозную систему от торговой марки Shimano, гидравлическую. Спицы здесь из нержавеющей стали. У велосипеда идет двойной обод, черный, красивый, классный, надежный. Комплектуется вилкой от торговой марки Santur XSM30. Ну, это достаточно стандартная вилка с ходом 100 мм, у которой регулировка справа и слева предлоут. Можно регулировать степень жесткости пружины справа и слева, регулируя сам механизм. Мы можем подкрутить и на 2 см выдвинется внутренний поршень, тем самым сожмется пружина. Руль здесь, как мы видим, у велосипеда дутый такой, приятный, гидроформированный. Тормозные ручки совмещены с переключателем, это называется моноблок. Система переключения передач у велосипеда 2:9, это потом мы расскажем. Рулевая у велосипеда конусная, с спрятанными вовнутрь тросиками. Надо отметить, что не просто как-то спрятаны, а фактически в саму рулевую входят эти тросики, что делает отличительным данный велосипед от многих брендов, которые на самом деле делают таким образом, что тросик входит где-то вот в этом месте у рамы. Здесь идет тросик в рулевую. Это, опять же таки, легкость и комфорт. Совмещенные ручки тормоза с моноблоками монетки, колесо передач 2:9. Стоит, правда, здесь монетка на 3 скорости, но она ограничена изначально с ходом 1-2. В описании, конечно, стоит сказать, и переключатель здесь стоит классный, очень хороший переключатель с нижней подводкой. Стоит шатун с двумя звездами. Одна маленькая, вторая большая. Это для того, чтобы было комфортно переключать. Чем меньше спереди звезд, тем упрощен процесс переключения передач. Сзади стоит у нас переключатель Altus на 9 скоростей, в связи с тем, что у нас сзади стоит кассета на 9 скоростей. Велосипед выполнен в черном глянцевом цвете, очень приятно смотрится. Ниппель у велосипеда камеры французский, тонкий, легко будет держать высокое давление. Это настоящий хороший велосипедный руль. Также у велосипеда имеется отверстие, которое позволяет установить багажник. Это тем самым велосипед, горный велосипед можно превратить в дорожный, путешествовать и еще раз путешествовать. Сидушка велосипеда мягкая, на самом деле приятно на ней кататься, быстро привыкаем. Есть регулировка подсиделок, легкий эксцентрик, который также имеет аббревиатуру компании Cannondale. Американская компания Cannondale делает классные велосипеды для всего мира. Если вас заинтересовал данный американский велосипед Cannondale, модель Trail 7, обращайтесь в наш киевский спортивный магазин «Беловива». Данная модель представлена у нас в цвете черном, надо будет другой цвет. Если вас заинтересовало наше видео, пишите нам на YouTube-канал, будем рады видеть ваши отзывы. Постоянным клиентам у нас всегда скидки. До скорых встреч!